Я вам покажу, как сделать слона. Шахматную фигуру. Для начала мы возьмем серый пластилин. Делаем верхушку. Вот столько. Возьмем пластилина. Нет, вот столько. Раскатаем. Вот так раскатаем. Так, вот так сделаем, чтобы было на остриём вниз. Сделаем маленькую вот такую вот штучечку. Прицепим ее сюда. Вот у нас получилась верхушка. Дальше мы делаем кольцо. Так, мы делаем кольцо. Возьмем вот столько пластилина. У нас маленькое должно быть кольцо. Вот так. И сделаем вот так. Вот у нас получилось верхнее кольцо. Дальше мы делаем еще одно кольцо. Возьмем немного побольше пластилина. Раскатаем его. И прилепим сюда. Еще ниже. Так, делаем дальше еще одно кольцо. Нет, мы сделаем дальше середину. Вот такую. Возьмем вот столько пластилина. Раскатаем его. У нас получилась вот такая середина. Прилепляем ее. Дальше делаем еще одно кольцо. Мы его сделаем вот столько. Возьмем пластилина, раскатаем и прилепим. Вот так. Прилепили. У нас получился вверх и середина. Дальше мы делаем нижние кольца. Возьмем вот столько пластилина. Раскатаем. И вот сюда будем прилеплять. Прилепили, дальше возьмем, будем делать еще нижнее кольцо самое. Возьмем вот столько пластилина, раскатаем его. Раскатаем. Даже вот столько возьмем. Теперь мы его раскатаем. Раскатали и прилепляем ниже. У нас получился слон. Так. Вот. Ну, у нас вот такой получился слоник. Сейчас сделаем ему немного надрез, так и полагается. Так, возьмем. Так, ну или можно, в принципе, не делать. Возьмем ножик и вот такой надрез сделаем.
Мы сделали фигуру слон.